Друзья мои, всем привет! Сегодня будем готовить курочку по-албански. Это потрясающий рецепт нежной и сочной курицы. Нам понадобится куриное филе, укроп, чеснок, яйцо, репчатый лук, крахмал, сметана, горчица, соль, перец и масло для жарки. Приступаем! Нарезаем наше куриное филе небольшими кубиками. Далее мы измельчаем лук. Не слишком мелко, но и не крупно. Понадобится либо одна большая луковица, либо две небольшие. Хочу дать вам небольшой совет. Если хотите, чтобы лук не вызывал у вас слезки, перед тем, как нарезать его, положите на 10 минут его в морозилку. И плакать вы не будете. Нарезанный лучок отправляем к курочке. Зубчик чеснока мелко режем, либо пропускаем через пресс. Чеснок отправляем туда же курицы. Промытую зелень мы тоже мелко нарезаем. Кто не любит, можно делать без зелени. Вбиваем одно яйцо. Добавляем сметану 2 столовые ложки. Горчица, половину чайной ложки. По вкусу солим. И перчим. Теперь нам нужно добавить 2 столовые ложки крахмала с горочкой картофельного или кукурузного. Неважно. Мы все хорошо перемешали, теперь закрываем крышкой и отправляем в холодильник мариноваться на час, на 1 час. Через час достаем нашу курочку и хорошо ее еще раз перемешиваем. Разогретую сковородку смазываем растительным маслом и начинаем жарить нашу курочку. Как котлеты вот так вот выкладываем. И обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Вот такая потрясающая курочка у нас получилась. Нежное и сочное мясо порадует всех членов семьи. Готовьте побольше. Улетает очень быстро. Приятного аппетита. Обнимаю, целую.